Добрый день! Сегодня расскажем вам, как мы готовим пасту доктора Амосова. Это лучшее средство, чтобы сделать свою иммунную систему непобедимой, а сердечную мышцу крепкой. Для приготовления нам понадобится по 0,5 кг кураги, изюма, чернослива, грецких орехов, лимонов и 0,5-литровая банка жидкого меда. Сухофрукты замочили предварительно в теплой воде, чтобы они распарились немного. Потом хорошенько промыли, откинули на дуршлаг, чтобы стекла вода. И будем сейчас все пропускать через мясорубку или измельчать в блендере. Сухофрукты, орехи и лимоны мы измельчили в блендере. Теперь выливаем сюда мед. И будем тщательно перемешивать, чтобы все компоненты между собой хорошо соединились до однородного состояния пасты. Вымешивать придется долго и тяжело, потому что сухофрукты плотные, потому и мед обязательно берите жидкий. Если он будет у вас засахаренный, то вообще трудно будет вымешивать. Вот такая получилась готовая паста Амосова, густая она. Раскладываем ее теперь в пластиковые контейнера. Полезная и достаточно вкусная паста Амосова готова. Убираем ее на хранение в холодильник. Она очень хорошо хранится длительное время. Мы употребляем такую пасту по 1 чайной ложке утром натощак, запивая 1 стаканом теплой кипяченой воды. Ну, это как в качестве профилактики. В таком источнике микроэлементов и витаминов нуждается не только сердце, но и весь организм человека. Попробуйте, приготовьте и будьте здоровы!